Одним из ярких семейных событий предстоящего Дня города станет фестиваль «Аистенок». Он пройдет в 9-й раз. Самые креативные и талантливые родители покажут, в какое чудо можно превратить обычную детскую коляску. Готовится поразить горожан и семья Харитоновых. Фестиваль «Аистенок» – это конкурс-карнавал, где главными участниками являются дети и родители с детскими колясками. Любящие мамы и папы воплощают свои самые невероятные фантазии. Оказывается, обычное прогулочное средство можно превратить в гоночный автомобиль, космический корабль, кукольный домик и многое другое. Для семьи Харитоновых фестиваль стал доброй семейной традицией. В прошлом году они участвовали в номинации «Сказка-коляска», а в этом году будут бороться за звание «Коляски будущего». Хотели сделать ракету, космический корабль, а потом подумали, это все будет, наверное, где-то в будущем, а сейчас нужно смотреть на жизнь сегодня и сейчас, но на шаг вперед. И мы решили сделать такую коляску для мам молодых, чтобы они и занимались спортом, поддерживали свою фигуру, но при этом и занимались детками, катали, гуляли, не сидели дома. Итак, упор на спорт и здоровый образ жизни. На подготовку у семьи ушла неделя. Они считают, что главное не победа, а участие и положительные эмоции. Наша коляска называется «Семья прежде всего», потому что, думаю, не я одна такая считаю, что карьера, да, деньги, все можно купить, но семью, здоровье детей не купишь никогда. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.